Всем привет, друзья! Давно не снимал видео. Видео снимать не про что было. Ремонтом я не занимался. Занимался таким мелким. И снимать как бы неудобно было. Оператора у меня нету. А штатив свой забыл на работе. Вот, сегодня решил заснять видео. Решил заснять видео про то, что я приобрел для своего трактора за это время. Вот. Ну что, приступим к обзору. Но перед тем, как перейти к обзору, хотел бы посоветовать канал моего друга. Его звать Евгений. Евгений занимается с отцом реставрацией своего трактора МТЗ-80. До этого они отреставрировали трактор Т-25. У них это очень хорошо получается. Много чего полезного, интересного. Друзья, если кому не сложно, зайдите, поддержите человека. От вас не убудет, ему будет приятно. К тому же, кто поддержит, подпишется, я думаю, что Евгений ответит взаимностью. Первое, что я купил для своего трактора, это был масляный радиатор. Радиатор абсолютно новый. Ну, вот тут я сам помял, вот эти вот позагибал. Неудачно перевез, он упал у меня в багажнике. Вот такой вот радиатор. Так, следующим моим приобретением была цилиндропоршневая группа. Такая вот. Цилиндропоршневая группа Косоромского завода. Мотор деталь Косорома. Вот. Цилиндропоршневая группа, как вы видите, с одним маслосъемным кольцом. Кто-то говорил, возьми с двумя. Я считаю, с двумя это перебор. Поршневая не бегает. Ну, зазор есть маленький, не без этого. Вот такой вот. Так, к этой поршневой, цилиндропоршневой, я приобрел отдельно кольца. Кольца производства Косорома. Такие вот кольца. Ну, вытаскивать не буду. Все видели кольца. Вот, кольца новые, так видать. В конце 2020 года, как вы уже все знаете, у меня есть видео. Я победил в розыгрыше призов на канале Юрия Воробьева. Розыгрыш был от завода двигатель Форсар. Заняв второе место, я выиграл водяной насос. Двигатель Д240. Вот у нас насос. Так вот, ставимся на место и едем дальше. Спустя 2 недели после выхода моего первого видео о тракторе МТЗ, один из моих подписчиков решил внести свою лепту в восстановление моего трактора. Вот. Он отправил мне посылочку вот такого вот плана. Но это не вся посылочка, тут там было 3 коробки в одной коробке. Вот, но я сейчас именно об вот этой коробочке. Так. Что же он прислал мне? Прислал он мне, друзья, вот такие вот муфточки. Разрывные. Так, вот они, муфты. Муфты, как мы видим, все новые.
такие приблуды. Где-то еще одна. И вот такая застежка на заднюю навеску. Штопор, точнее говоря. Вот. В общем, 5 мут. Так, вот я вот эту открывал, сейчас покажу. Как мы видим, муфты новые. Ну, конечно, приятно, что судьба моего МТЗ кому-то стала небезразличной, и кто-то решил принять участие. Магомед, спасибо тебе большое. Так, на этом его посылка не закончена. Вот он мне прислал еще новую ВД. Здесь еще коробочка. И там у меня еще коробочка. Вот. Спасибо тебе. Так, топливная аппаратура вместе с форсунками. Так, вот. Топливную я отдал сразу в ремонт, ее сделали, так что топливная у меня после ремонта. Так, ну и конечно обзор мелочевки приобретенной. Это крышка вала отбора мощности. И теперь вскрытие черного ящика. Так, пальчики 38. Палец шатуна. Тулочки. Патрубок верхний, патрубок нижний, силиконовый. Втулки ЦАПФы, верхняя, нижняя. Но они мне не пригодились, у меня мост старого образца, он не подходит. Это у нас ремкомплекты рулевых наконечников. Ну не, рассыпались, кто бы пакеты закрывал. Сигнал. Кольца уплотнительные на цилиндры. Тулочки. Тут мелочь всякая. Кранчики, переходнички, термостат. Это у нас, забыл, как она называется. На тягу рулевую идет, чтобы к рулевой колонке. Я сначала думал вставить насос-дозатор с гидробаком, потом передумал, буду делать как по заводскому в салоне. А, талонницы, обязательно талонницы, еще солдеповские. Так, приобрел я еще вот такие вот фары. 4 штуки. Гитара на свет на поворотнике, сигнал. Так, 3 вот такие вот фары, вообще их 4, еще одна где-то потерялась, наверное, с багажника не достал. За это время, что у меня во владении трактор, я приобрел домкрат, нагнетатель, масло, печка большой кабины МТЗ с моторочками. Так, 2 выхлопные трубы, еще 3 где-то под снегом найти не могу, куда я ее кинул.
Вот. Это у нас ресивер. Ресивер. Так. Так, компрессор. Раздатка. Раздатка. Буду покупать передний мост, ставить. Но это будет чуть-чуть позже. Распределитель. Распределитель. Хороший, рабочий, но он мне как бы не нужен. Он так, в нагрузку дали. Ящик. Инструментальный. Так, компрессоры я говорил. Удлинители. Центральный винт. Два удлинителя. Два еще в деревне в гараже остались. Не стал их забирать. Что мне их солить, что ли? Ну вот как-то так. Это я весь трактор свой разложил. Так, здесь у меня что? Здесь это лапки пойдут на самодельный культиватор. Он же будет глубокорыхлитель. Это мост на фрезу буду делать. Сейчас материал придет, приступлю. Ну, а это мой старичок-мотоблок. Привез его дядька. Надо его помыть, почистить, подшаманить. Мотоблок еще дедовский. Так, он 92-го года выпуска, этот мотоблок. Вот мой ровесник. Ну и все, в принципе, на этом. Больше пока ничего нету. Кому понравилось, не скупитесь, поставьте лайк. Кто не подписан, подпишитесь. Ну, всем всего доброго. До скорых встреч.